Бесплатно посетить баню, отремонтировать одежду и многое другое. Представителям старшего поколения совсем скоро выдадут талоны и сертификаты, позволяющие получать различные услуги бесплатно, либо же со скидкой. Завтра Международный день пожилых людей, и по традиции в Набережных Челнах 1 октября начинается декада старшего поколения. Помимо материальных подарков, пенсионеров ждут всевозможные социальные и иные тематические мероприятия. Наибольшим спросом и вниманием, конечно, пользуется вот пострижка, ремонт обуви, дальше посещение культурно-массовых мероприятий, особенно драмтеатра татарского. И хотелось бы, чтобы нас приглашали драмтеатр «Мастеровые». Очень много желающих посетить этот театр, но пока что мы еще не получали ни одного приглашения. Кроме того, представители старшего поколения получают помощь от отрядов тимуровцев. Молодежь, вступающая в добровольческие ряды, помогает пенсионерам с уборкой, ремонтом и даже с продуктами. Однако, чтобы получить подобные привилегии, необходимо, чтобы о пожилом человеке знали в местном совете ветеранов, ведь нередкие случаи недовольства, а количество талонов различной организации ограничено. Советы территории, конечно, ищут тех, кто нуждается в помощи, но самый надежный способ – постараться подать заявление самостоятельно. Действительно, может быть, проскромничал человек, или действительно о нем еще не знают, и ранее он не обращался. Но мы будем принимать тоже такие же, как бы, сразу мероприятия к данному человеку, чтобы он тоже не был на нас обижен. И мы оказали ему какую помощь, какую он нуждается.